Стыд — это такое едкое чувство, которое очень сложно переносить, поэтому оно отравляет и блокирует всю вашу жизнь. Если мы сравниваем чувство вины и стыд, да, чувство вины — это когда человек относится к какому-то своему поступку как к чему-то плохому. А стыд — это когда человек относится к себе как к чему-то плохому. Он очень негативно себя оценивает. И поэтому он не может проявляться, он не может взаимодействовать с другими людьми, и его жизнь фактически стоит на паузе. Стыд связан с самооценкой. Это очень негативная оценка себя. Самооценка формируется в очень раннем возрасте. Самооценка формируется через людей. Поэтому нам важны люди. Нам важно то, кто находится рядом с нами. Если вы можете создать себе поддерживающее окружение, где вы можете делиться этим опытом и чувствовать себя принятым, значит супер. Это отличный вариант. Если нет, идите на терапию.